Всем привет, друзья рыболовы! Недавно на AliExpress заказал вот такую вот штуковину. А что это и зачем, я расскажу вам в этом видео. Как уже, наверное, многие догадались, это полуавтоматический крючковяз. Стоит такой девайс около 140 рублей. Заказывал его ради любопытства, посмотреть, как он работает. И, кстати, поверьте, ни разу не пожалел. Такая вещица отлично подойдет для людей, у которых слабое зрение или трясутся руки, то есть кому уже тяжело завязывать вручную узлы на крючках. Состоит он из трех стопорных вот таких вот зажимчиков, четвертый откидной, ручка вращения. И здесь вот болтик для фиксации крючков. Ну и сейчас я вам покажу, как им очень легко и быстро можно завязывать отличные узлы, можно сказать, не напрягаясь. Крючки вяжутся тут без всякого труда, и с первого раза у вас все получится. Покажу на примере двух крючков, один возьму большой, один поменьше, который поменьше завяжу шнуром, который побольше завяжу леской. Узлы получаются отличные, так что смотрите. Для начала берем крючок, вставляем вот в эту вот прорезь его жалом вверх. Пододвигаем плотненько вот так вот и подтягиваем. Вот что должно получиться. Затем берем край лески, отступаем примерно сантиметров 7-10 и вот так вот вставляем в нижний зажимчик. После этого перекидываем через крючок вот таким вот образом и заводим его за дальний вот этот вот карабинчик. Дальше проводим вдоль крючка и цепляем за верхний стопорок. После этого, придерживая пальцем, начинаем вращать. Тут уже делаем столько оборотов, сколько нужно. Ну, я вот, допустим, чтобы узел получился покрасивее, сделаю оборотов, наверное, 6-7. Вот, достаточно. После этого снимаем нижний вот этот хвостик и цепляем его вот в этот вот зажимчик. Дальше откидываем этот зажим, который откидной, пропускаем хвостик через него и после этого, немного смочив сам узелок, начинаем стягивать. Как вы можете видеть, получился очень аккуратный узел. Теперь ослабляем винтик, извлекаем крючок и вот что у нас получилось. Очень крепкий, ровненький, красивенький узелок, буквально за несколько секунд работы. Лишний хвостик отрезаем. Вот такой вот узелочек получается. Ну и теперь давайте повторим то же самое, только уже с маленьким крючком. Точно так же вставляем, поджимаем вот этот вот зажимной винтик, чтобы жало не торчало. Дальше берем плетеную леску, также отступаем приблизительно сантиметров 7-10 от края. Зажимаем вниз, перекидываем через ушко, проводим через верхний зажим и вставляем вот в этот вот крайний зажимчик. Придерживая немного пальцем, чтобы был натяг, начинаем вращать. Ну, пусть будет 8 оборотов. Снимаем, зажимаем вот в этот вот зажимчик, который не откидной. С откидного снимаем петельку. Продеваем вот этот хвостик и также начинаем стягивать. Вот, как можете убедиться, тоже получился отличный ровненький узелок, довольно крепкий. Извлекаем, немного подтягиваем и также лишний хвостик откусываем. Узлы получаются довольно надежными, ровненькими и крепкими. То есть, как видите, жало гнется, узел стоит на месте мертво. Но поскольку у меня канал про рыболовные самоделки, я подумаю, как можно самому сделать вот такую вот штуковину, только намного проще. Ну, еще раз покажу поближе, какие узелки получаются. Видите, очень ровненькие, аккуратненькие. Аж радуется глаз. На самом деле они очень-очень крепкие. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Надеюсь, что это видео было
для кого-то полезным. Всем спасибо за просмотр и до новых видео, до новых встреч. Всем пока.